Так, всем привет, меня зовут Сергей, и сегодня вам хочу показать способ, как можно в интернете начать так прилично зарабатывать, и при этом не вложив ни одной копейки. Итак, как бы заранее извиняюсь за плохое качество съемки, или может звук будет плохой, или может я что-то непонятно буду объяснять. Я просто как бы снимаю первый раз. Если возникнут какие-то вопросы, свяжитесь со мной, и я вам все поясню. Итак, работать мы будем на Форекс. Наверное, многие слышали, что да, там можно зарабатывать, но нужно влаживать кучу своих денег, чтобы что-то получалось. Я как бы вам хочу показать, как пройти этот этап вложения своих денег, а влаживая, как бы, ничего своих денег, как бы, и финансов вложить не будете. Итак, чтобы было понятнее, давайте начнем сначала. Для начала нам нужно будет зарегистрироваться в двух местах. Это на форуме, где непосредственно будем получать, как бы, эти халявные деньги для торгов на Форексе. И непосредственно в самом дилинговом центре. То есть там мы будем торговать и получать всю нашу основную прибыль. Ну, давайте примерно покажу, как вам зарегаться. Так, ссылочки там как бы внизу под видео будут две ссылки, по которым нужно будет перейти и зарегистрироваться. Ну и так, давайте зарегистрируемся на форуме. Она будет там первая по очереди стоять. Переходим по ссылке. И попадем вот на такую страницу. Здесь нажимаем регистрация. Якобы подтверждать не буду, но примерно покажу, что здесь нужно будет сделать. То есть вам нужно будет сюда ввести свой логин, ну, типа псевдонима, чтобы он был единственный вот на английском языке. Ну, например, вот ввели. Вот, видите, типа, если сеется зеленым, значит он подходит. Ну, что-нибудь свое придумать. Здесь ведете пароль. Пароль желательно, чтобы стоял из нескольких английских букв и некоторых символов или цифр. То есть, например, типа, вы можете вот это вставить. Нет, хотя повторять нельзя. Ну, ведете что-нибудь там, серк 198, что-нибудь такое в этом духе. Свой email адрес ведете. И здесь нужен как бы ответ. Например, вот вопрос, случайный вопрос. Как называется международный валютный рынок? Если вы не знаете ответа, ну, у меня на сайте как бы будут все эти вопросы, которые могут здесь быть, и ответ на них. Ну, если так, можете еще по-своему. То есть, выделяете это все, копируете и в поисковик забрасываете. Ну, например, Яндекс. Опа, опа, опа. Ставить что-то не то. Так, еще раз копировать.
хотите, можете почитать условия договора. А здесь жмем согласен с условиями договора. Угу. И попадем на еще одну страничку. Так, что мы сделали? Открыли счет, как бы счет, аккаунт на форуме. Сейчас, чтобы сюда прикрепить счет, то есть, чтобы отсюда выводить деньги на Форекс сюда, то есть, самому брокеру, нам надо будет здесь зарегистрироваться. Ну, давайте сейчас с вами попробуем здесь зарегистрироваться. Например, где-то у меня уже было. Ctrl-C. Так, здесь желательно вводить свои данные, потому что если возникнут какие-то спорные вопросы, как в качестве доказательства, там, чтобы не было проблем с выводом, вы можете свои, как бы копию паспорта отправить, чтобы, ну, короче, проблем, меньше будет проблем. Желательно вводить все свое. Так, адрес, ну, например, город. Так, здесь вводится адрес свой, город, область, индекс, ну и страну выберите. И телефон. Телефон желательно ввести свой, так как на него придет сам номер счета смс-кой и пароль от счета. Так. Ну, к примеру, я как бы свое вводить не буду. И email адрес. Ну, к примеру, это как бы это все мое левое. Это чисто для показухи, как говорится. Итак, где-то вот оно. Так, ставить пароль. Пароль, то же самое. Нужно пароль придумать, чтобы были... английские буквы и хотя бы пару цифр вместе. Серк 198. Ну, к примеру, серк 198. Повторяем пароль. И телефонный пароль. Ну, можете скопировать вот этот свой номер, только без плюсика. Прямо копировать. Вставить. Так, здесь оставить все как есть. И вот самое главное, вот сюда. Партнерский код нужно обязательно ввести. RuForum. На английском. RuForum. Сейчас я примерно покажу, чтобы лучше было видно. Так, где-то все. Так, вот сюда. Обязательно, в обязательном порядке. Нужно будет писать. RuForum.
Ctrl-C. Ctrl-V. Так, прикрепи счет. Так, ну вот здесь мы можем войти как бы в свой аккаунт. Так, пароль ввели и номер счета. Ctrl-C. Ctrl-V. Так. Так, здесь вот все, мы счет прикрепили, все. То есть на форуме будем работать. Дальше покажу, как мы там будем работать. И деньги будут переводиться в начале месяца. Это где-то примерно в третьих, максимум 7 числа. Мне как бы позже 7 числа деньги еще не переводили. Максимум 7 число. То есть с форума деньги переводятся на счет, который вы сюда прикрепили. То есть сюда, вот в этот кабинет. Вот сейчас мы как бы недавно открыли этот счет. У нас на счету 0. Ну, когда мы поработаем на форуме, в начале третьих числах, деньги сюда переведутся. И то есть будем торговать и вот уже отсюда снимать денежку на наш кошелек WebOneo. Так. Ну, вроде бы здесь все объяснил. И сейчас давайте вам покажу, как работать на самом форуме. Так. Нам будут здесь платить за то, что как бы на самом форуме будут платить. А, ну вот посмотрите, мой профиль. Бонусы за посты 0-0, сейчас все по нулям. Нам будут платить здесь за то, что мы будем общаться на форуме. Ну, блин, наверное, в чате вы общались. И то же самое, как бы на форуме. То же самое будут нам за это платить. Ну, к примеру, за один пост здесь вот будут платить 30 центов. Ну, на один пост, наверное, больше минуты не уходит. Итак, ну, к примеру, тренд. Ну, давайте ставим как бы свое мнение, отзыв или высказывание, например. Вот есть электронная платежная система, то есть кошельки электронные. Например, подраздел здесь. Вот здесь куча всяких кошельков. WebOneo, VertaPay и вот, например, VertaPay. Там есть один кошелек, как бы сомнительный такой. Так, сейчас перейдем. Ну вот, например, за один пост нам платят 30 центов. Так, что же такое пост? Пост. Ну вот, человек что-то вот здесь написал, вот это. Это как бы считается пост. И вот за это ему платят 30 центов. Вот что-то человек свое мнение высказал или сказал, написал, ну без разницы, 30 центов дают за это. Ну вот здесь то же самое. Ну можно больше так, чтобы пост так. Ну давайте, например, я вот сейчас что-нибудь напишу. VertaPay. Это как бы электронная система. Ну можно WebMoney, Яндекс.Деньги. Ну свои мнения ставлю здесь. Или что-то сказать. Главное как бы общаться здесь по теме. Чтобы, например, кстати, самое важное, чтобы вам точно оплачивали, нужно как бы общаться по самой теме. Например, здесь тема электронной платежной системы. Например, здесь о VertaPay пишем. Если мы здесь, например, начнем в этой как бы ветке, в этой теме, оставлять отзывы, например, о WebMoney, там типа WebMoney говно в этом духе, а здесь как бы тема ведется о VertaPay, то нас посчитают здесь как будто это флуд, то есть бесполезная информация. И за три таких флуда, бестолковых информаций, нас забанят. И все, что раньше мы заработали, это исчезнет никуда. Так что старайтесь общаться по теме. Ну, о чем здесь говорится. И еще. Старайтесь как бы тупо не копировать информацию. Ну, вот, например, здесь человек написал, или с нета. Копировали. Сюда вставили. И нажали там отправить быстрый ответ. За такое нас как бы тоже, за три таких, они как бы это быстро вычисляют. В течение часа. Короче, за три таких копипаста, то есть это все копируешь, вставляешь сюда, когда. Ну, у нас лишают. То же самое, банят. Если даже что-то с нет копируете, старайтесь как бы это переделать своими словами. И свои мысли высказывать. Ну, давайте, к примеру, о VertaPay я напишу. Ну, я как бы от балды буду писать. Типа, я как бы немножко слышу VertaPay, типа там разводчик такое, но я как бы пробую оправдать его. Но это как бы без разницы, что пишу, лишь бы по теме писал. Типа, ну, блин, стоп.
Ну, говорить. Ну вот, к примеру, я здесь написал там о вертопе, там как бы, ну примерно, можете почитать там, о чем говорят. И, как бы ее вроде бы тут обсирают. Ну, я как бы, ну, балды написал, типа, ну почему вы сразу говорите, что это развод, ведь у вас денег никто то не вымогал. Там, не написал. Так начинали развиваться многие платежи системы. Может, вертопе нужно просто время. Все получится. Ну вот примерно так. Чтобы стопудово было оплачено, нужно хотя бы, чтобы по длине, ну вот такая же длина, хотя бы строчка была по длине, и вам стопудово платят. Или если вот, например, здесь кто-то там, типа, напишет, ну, к примеру, здесь вот напишет, там, это говно, там, развод, и наполовину старость пишет. Если вы выделите, там, типа, цитировать будете, типа, скажете, там, да, согласен, то, как бы, вам это, ну, вас не забанят, ну, просто не засчитают. Как бы нужно здесь по длине хотя бы, ну хотя бы строчку, и тогда точно плачу. Так, вот, например, я написал, жму отправить быстрый ответ. Так, сейчас меня загрузит. Вот, например, серк 198. Я написал, и у меня уже на счету 30 центов. То есть за одну такую 30 центов дают. Короче, главное старайтесь писать по теме. Ну, здесь не только как бы платежные, электронные платежные системы. Здесь можно и о Форексе, там как торгуют, там, ну вот, Форекс для новичков, например, от А до Я. Как бы рекомендую начать отсюда. Как бы самая такая для меня прикольная на данный момент тема, это кругозор. Здесь что-то из области психологии. Там, блин, типа, почему 9 из 10 начинающих трейдеров покидают рынок? Ну, в этом духе, психологическое, там, можете свои высказывания. Ну, даже сейчас вы ни хрена Форексе не зная, можете здесь общаться. То есть за каждый такой пост, вот там то, что я написал, например, о Вертопэй, вам будут платить 30 центов, а тем здесь куча. Итак, короче, вы будете общаться здесь. Ну, например, даже есть здесь. Так, что-то я хотел еще спросить. Ну вот, например, у меня там вопросик. Так, стоп. Куча тем. Также есть, типа, свободное общение. Но тут уже бонус по 5 центов будет. Вот в этом, как бы, ветке. 5 центов стоит. Ну, здесь будем еще общаться. Юмор, финансы, карикатуры, там, личное пространство, спорт. Ну, анекдоты рассказывают. И за анекдот там по 5 центов будут платить. Ну, мне так кажется, что прикольнее здесь писать. Там 30 центов вроде пост быстрее так. Ну, например, я хочу, там, хотел давным-давно спросить. Форекс брокер в дилинговом центре. Можете здесь. Горячая линия. Там, если что-то, какие-то проблемы у вас там, вот здесь возникли. Вы как бы не у техподдержки можете спрашивать, где-то здесь есть техподдержка, а можете здесь спрашивать. За то, что вы спросите, вам как бы будут платить 30 центов. Вот лично я как начинал, я как бы качал несколько видеоуроков, связанных с Форексом, смотрел то, что не, ну, не понимал,
Здесь как бы спрашивал на форуме, только находил подходящую как бы тему. Здесь, конечно, куча тем подходящих для себя найдете. Например, Форекс для новичков от А до Я. Здесь как бы куча тем. Вот здесь можете вообще любой вопрос задать. Здесь там по анализам, видам анализа Форекса, валютных рынков. Ну, здесь куча всего, что можете спросить. Ну, как бы моя стратегия была. Скачал несколько видеоуроков, то, что я не понял, я на форуме спрашивал. И за то, что я спрашивал, мне как бы платили по 30 центов. Итак, ну, вроде бы, надеюсь, понятно, как здесь можно, ну, как здесь работать на форуме. То есть, получается, вы пишете, спрашиваете. Ну и ой, прикрутил к метатрейдеру. Ну, что такое метатрейдер, вы потом все узнаете. И получал. Так получается, из этих $30 мне поперло, из 30 получил 60. И то есть $30, когда уже вывел на свой WebMoney кошелек, я уже убедился, что здесь платят. И как-то этой темой серьезно решил заняться. Но если не верите, можете то же самое. Ну, напостите хотя бы 100 постов. Бросьте все это, подождите, когда их перечислят сюда, я вам покажу. Я вот где-то постараюсь в ближайшую неделю создать на сайте там все, как советник прикрутить, как это все. И чтобы советник вам наторговал. И тогда, надеюсь, вы поверите. Ну, я же, ну как, если думать, что это лохотрон, ну какой же тут лохотрон может быть? Я же как не говорю, не нужно никаких денег сюда вложить.
Ну, пообщаться только на форуме. Ну, если для проверки, как минимум 100 постов напишите. И проверьте. А хотите, пишите больше, ну, соответственно, больше будете зарабатывать. Итак, как бы я как бы вам еще раз повторюсь, там советую начать там какие-нибудь видеокурсы скачать. Если хотите, обратитесь ко мне, я вам заброшу ссылочки там на такой обалденный видеокурс там Владислава Гилки, профессиональный форекс-трейдер. Там он вас как бы от А до Я там все сначала и до конца. В общем, всем этим приколам научит и даже покажет пару стратегий, как можно торговать самому без роботов. Покажет, как можно роботов этих создать там. Ну, короче, обалденные курсы, после их просмотра, там если что-то непонятно, тоже спрашивайте на форуме, и за это вы будете получать. Также можно там, если кто-то что-то спрашивает, если вы что-то знаете, можете отвечать на их вопросы там. Ну, я имею в виду по самим вот этим веткам. Типа третеры там что-то общаются. Ну, это к примеру, там здесь если кто-то что-то спросил, то есть можете тоже так выделяете. Блин. Так, вот. Выделяйте, сейчас здесь выскочите. Сейчас, подождите, это нет, тормозит. Ну, например, кто-то что-то спросил. Вы если знаете ответ, так выделяйте, цитировать. И здесь так. Тра-та-та-та-та-та. Не забывайте, чтобы строчка была примерно, ну, хотя бы по длине. Вот такая вот где-то по длине. Ну, примерно вот столько по длине. Тогда вам стопудово просто плачет. Ну все, я думаю, все. Если что-то непонятно, обращайтесь. Мыло скайп там все будет внизу. Все, до скорых встреч. Через недельку постараюсь связаться с вами. До свидания.